Зияние вечного прощания. Я прощаюсь с тобой, и мне очень жаль, что событие встречи превратилось в зияние вечной невстречи. Ведь зияет только не сбывшееся. Оно прячется в подсознании, и не то чтобы его нет, и не то чтобы оно есть. Только так сквозит иногда внезапно, в не к месту сказанных словах, в жестах, оговорках или описках. Зияет и сквозит как нечто, а на самом деле ничто. И если событие — это новая возможность быть, то зияние — это тень, это дым, проходящий через разрез невозможности, но самой реальности. Не пугайся, когда в твоих снах внезапно моргнет своим багровым оком реальное. Проснувшись, ты поймешь, о чем оно хотело тебе рассказать или напомнить. О нашей вечной невстрече. Зияние вечного прощания.